Всем приветики. Расскажу немножко ситуацию у нас в Одессе ночью. С пол второго или с часу ночи до пяти. Миллион ракет, миллион шахидов. Спать не давали эти орки вонючие, чтобы они провалились уже и сдохли. Других слов я не могу уже подобрать. Уроды. Я не выспалась, конечно, ну понятно. Рассказать хочу. Вот такую вкусняшку сделала. В общем, должны были это быть просто запеченные кабачки. Запекла я их просто в духовке, порезала на кружочки, немножко полила маслом и солью. Все, запекла. Внешний вид мне их не понравился. Положила ее в блендер, добавила ложку столовой майонеза, а на вкус получилось обалденный паштетик вот такой вот. Супер! Даже лучше, как по мне, чем кабачковая икра. Она до такой степени нежная, воздушная. Просто класс. Вот только-только переблендерила. Консистенция вот как детская пюрешка. Вот такое дают деткам. Кое-где немножко попадаются эти шкурки. Я не чистила. Если почистить еще шкурку от кабачков, это будет такое кабачковое суфле. Обалдеть. Можно и на хлебушек, куда угодно. И считайте, оно не жареное, а печеное в духовочке. Ну, как диета. В принципе, можете добавить еще чесночка сюда, но я без чесночка. Очень вкусно, всем рекомендую. Вот попробуйте запечь. Вы знаете, даже можно не резать эти кружочки, вот так вот можно напополам, запекли себе. И все, и не надо вот это стоять у плиты, когда сейчас жара 40 градусов. Потом переблендерили, оно сейчас еще теплое, а положить это в холодильничек. Это кусочек брынзочки, помидорочки на хлеб. Короче, рекомендую вот такую вот делать вкусняшку. Кто не хочет жарить эти кабачки у плиты. Все, всем пока. Мирного неба. Пусть орки там заикаются. Короче, не буду гадости говорить. Все, пока.